А что, здесь только одна розетка? Володя, здесь одна розетка? Ты мне ее дашь? Что, громче делай. Что, ты не дверь, а на улице? Посмотрите, что-то тянет сильно. На улице. Маша, я отходить, я буду держать. Ты его не хватит. Это вот это. Тихо, все, Лера, успокойся. Не, иди сюда. Сейчас мы немножко сделаем, чтобы фон был. Фон иногда тихо, она сейчас закроет. Уже фон есть, Андрей. Кто-нибудь повыше молит. Настя, да она не пойдет. Прям закинуть. Андрей ушел. Он куртку одел и пошел. Как хочется сказать, Христос воскрес! Воистину воскрес! Рождество Христово! В лучах Его любви согрейтесь, Он жизнь нам вечную принес. Ликуйте, радуйтесь, надейтесь, родился маленький Христос! Колокольчики звенят, бим-бом-бим-бом, о Христе нам говорят, бим-бом-бим-бом. Ныне радость, радость торжества, бини праздник, праздник Рождества, бим-бом-бим-бом. Свет остался на снегу, бело кругом, сани по снегу бегут, бим-бом-бим-бом. Зимний вечер, на дворе мороз, в этот вечер был рожден Христос, бим-бом-бим-бом. Чуть-чуть сдвиньтесь, там вас много, Нестора не видно. Нестор, к шкафу не прислоняйтесь, вот, чтобы Нестора видно было, вставай. Ваня за спиной. Ваня за спину. Вот так вот. Верочка, подобрись. Верочку поставьте. Ливия, начинай. Тихо, Ливия, громко читай. Почему на небе ночью звезды ярче и светлей? Почему в огромном мире много тропок и путей? Почему зимой морозы на стекле рисуют розы? Почему снежинки тают? Птицы почему летают? Волки почему лесные, некрасивые и злые? А безвредные овечки носят мирные сердечки. Почему Христос родился, к нам с небес своих спустился? Почему Бог вечный, сильный, грешникам любви обильный? На вопросы есть ответ, книги Божьи, вечный свет. Чтобы очень много знать, надо Библию читать. А потом Иегова не могли бы пропеть еще? Ой, Иегова. Бог хороший, Бог могучий, Бог единственный у нас, Бог Отец Небесный наш. Бог нас любит, Бог нас знает, Бог нас на милость посылает. Обратись и ты сегодня, будешь ты его дитя. Ваня. Мальчик шел на речку, мальчик Яша, сел на травку на лугу. Нет природы нашей краше, но оглядеться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей пишет свой дом. Он строитель и разведчик, сторож, грузчик, агроном. У него профессий много, муравьев ленивых нет. Хоть и мал, он славит Бога, кто дает всем жизнь и свет. Чтобы многого добиться, я желаю вам, друзья, трудолюбию учиться у трудяги муравья. Песенку сейчас там тихо ночь.
Тарас. Рождество Христово, радость людей, прославляйте Бога в чудный праздник сей. И всегда живите по Его словам, небеса идите по Его следам. Радуйтесь всегда вы и любите всех. Будут тем награды, кто не любит грех. Мы маленькие люди, но служить Христу хотим. Мы Его сердечно любим и на небе будем с Ним. Может, в жизни встретить много нехороших, злых людей. Что нам скажут? Нет у Бога веры молнии для детей. Но мы твердо будем верить тем словам, что Бог сказал. В небеса открыл Он двери и к себе детей призвал. На кого быть похожим ты хочешь? Задал в классе учитель вопрос. Я на папу, самый хороший, сразу мальчик один произнес. Я хочу, друг его отвечает, походить на героя того, кто везде и всегда побеждает. Его я часто видел в кино. У меня дело есть получше, отвечает другой ученик. Робин Гуд такой сильный, могучий, все боялись его богачи. На актрису, на добрую фею, на хороших порой на плохих. Выбирали детишки примеры, походить им хотелось на них. Ну а ты что молчишь, Ангелина? Выбирай дьявол для себя. На Иисуса Христа, Божия Сына, я хочу быть похожей всегда. Удивление было на лицах, класс затих, объяснение ждал. Ко Христу всем вам нужно стремиться, Он на свете один идеал. Он могучий, великий и сильный, любит всех, и друзей, и врагов. Милость всем посылает обильно и спасает людей от грехов. С кем теперь Иисуса сравните? Узнаете, где жизнь, а где сон? На Иисуса Христа взгляните. Подражание достоин лишь Он. Видели? Аллилуйя. Молодец. Молодец. Верочка. Вера, громко давай. Темно? Темно и неуютно. Уясни для скота. Куда зашла попутно? Усталая чита. Никто не знал, что ныне настал заветный час. Отец молодился сыне и вил любовь для нас. Сияли звезды ярко, молчало все вдали. Внезапно вели гласно, на первую поплыли. Куда так милозвучно, нежно послышалось тиши, а счастье безмятежно, а мире для души. И ночью Вифлеемы свет тени осветил. Воспет, да будет сильный Господь и Самуил. Сейчас Оля расскажет стих, а потом переводчик. Поставьте газеточку туда. Давай, громко, давай. Горя? Горя ноги я заливо. Люди и яна, не дед моего, сам еще тебе подарок, на деда он сейчас приедет снова, чтобы мне Новый год, и так и дома. Так, теперь перевод, Лера, громко. Давай, рассказывай. Горят в ночи гирлянды звезд, их свет лучист и ярок. Не Дед Мороз, а сам Христос несет тебе подарок. Надежды людям он несет, вселяет веру снова, что будет мирным Новый год от Рождества Христова. Один говорит. Яркий пятнышко уже чек, опусти. Яркий пятнышко жучок опустился на лужок, отдышался, посидел, отправил крылья, полетел, все жучки и все растения. Погромче, погромче, ясно. Все жучки и все растения – это Божье творение. Вот, хорошо. Он сам про себя говорит. У нескольких еще. Сейчас, подождите. У нас Генафа, она нам тут, помните, сценарий писала, сценку, они здесь все с местами из Библии. А сейчас еще и Нафа придумала сама стихотворение этим летом. У нее на вышке в лагере вдохновение было. И она написала сама стих. Вот послушайте, Еня, громко расскажи. Что Бог есть, и тут сомнения. Трава, луга, цветы, Его творение. Посмотрите на березу белую, всегда красивую и милую. Все везде Его творение, это точно, без сомнения. Еще
давайте песенку, а потом последнюю. Моя песенка проста о рождении Христа. В бедных яслях он родился, а затем ко мне явился. В бедных яслях он родился, а затем ко мне явился. Мне спасенье подарил, небо двери отворил. Мне спасенье подарил, небо двери отворил. Моя песенка для всех, оставляйте, люди, грех. К яслям всем прийти возможно, получить спасенье можно. К яслям всем прийти возможно, получить спасенье можно. Что ж вы медлите, друзья, рисковать никак нельзя. Что ж вы медлите, друзья, рисковать никак нельзя. Моя песенка о том, будем в небе со Христом, будем петь Ему сердечно, прославлять вовеки вечно. Будем петь Ему сердечно, прославлять вовеки вечно. И за ясли, и за крест, за спасенных с разных мест. И за ясли, и за крест, за спасенных с разных мест. Рождество – это значит радость. Рождество – это значит мир. Рождество – это значит надо всех простить, так Христос учил. Рождество – это значит людям доступ к Богу открылся вновь. Петь, играть и молиться будем, прославляя Христа любовь. В небе звездочка светит так красиво и ярко. Мы довольны сегодня драгоценным подарком. Тот подарок – Спаситель. В бедноте он родился, и навеки среди верных духом он поселился. Если в вас он родился, вы его прославляйте. Если он ваш спаситель, всей душой величайте. За годами летели года, вот зажглась на востоке звезда, осветила все в мире концы, и пошли на восток мудрецы. Ночь была им, как полдень светла, в Вифлеем их звезда привела. Это было ночной порой, вдалеке за чертой городской, под навесом простым для скота. Мудрецы увидали Христа, был он светел, как солнце восход. Веселись, человеческий род! В мир пришел ожидаемый тот, кто от ужасов смерти спасет. И у Нестора еще одно стихотворение. Он два выучил. Давай. Урок считайте, да. Сейчас я вот пришел к нам снова. Рождество Христово. Рождество мы долго. Долго. Рождество мы встретили и большими детям. Рождество мы долго ждали и дождались наконец. Снова звезды засияли в деревьях, где наш отец. Еще кто? Кого еще просили? Еще стихи рассказали? Вот подарки вам здесь раздают. Берите подарочки. Нет, мы потом. Еще нет. Пусть батюшка сейчас раздаст. Мама, тише, тише, тише. Спокойно. Зачем ставить-то, мама? Всем будет по порядочку. Садитесь, ребятишки, садитесь вот сюда. И тебе тоже подарок. Вот эти идеи.
Поля, держи. Держи, спасибо. Ух ты. Смотри, у меня шоколадка. Мам, смотри, у меня шоколадка. У меня тоже. У меня тоже. У меня тоже. Смотри, у всех такая же шоколадка. А вот Вавнюша есть. Всем хватило? Да. Сейчас еще мои девочки споют песенки. Ребятишки, вы садитесь вот сюда. А мухи оставайтесь. Давайте, идите. Мухи? Да. Проходите. Я отсюда вот так ехал. Ой, пока не понял. Ты с этой стороны вставай. Выходите. Что мы будем делать? Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Давай рядышком. Ну все, тут мухи своим, рассыпай там корыто и зерно. Наклонился я в ведро высыпать зерно. А баран сзади, как подал, я как... Несколько метров вперед, на чем только улетел. А он подошел, стоит и стоит. Я говорю, что ж ты делаешь, а? Лежишь. Он стоит и смотрит. Я был вперед ему дать, а я прошел. Он как меня поддал сзади. Надо было ему вперед дать. Открыл руку. Я скажу вам. Подождите, Евгений Тихонович, еще один номер. Ну, объявление. Вы объявление сделали? Ну нет. Сказать, что если кто не знает, посмотрите фильм «Форпост». Батюшка один, Михаил, фамилия его Жар, 7 километров от румынской границы. Они приехали, 4 монаха, теперь там монахов около 100, и они подобрали 253 ребенка. Притом парализованные дети совершенно не могут ходить, которые все. Этот фильм занимает все время первое место. А у батюшки уже 2 операции на сердце было, и он сейчас Лонгин, кажется, звать. Я не знаю, он женатый, то ли матушка умерла. Так что помолитесь об этом Михаиле, чтобы еще Бог дал таких людей здесь. 253 чужих ребенка. И какой пехот. Фильм «Форпост», посмотрите. Нам пример-то православные притом. Сектантов такого много. Все знаете молитву Богородицы Богородицы? Ну вот я ее хотела спеть, только на латинском языке, вы ее все знаете. Хорошо.